Сегодня заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова провела селекторное совещание с регионами в режиме видеоконференции. В повестке реализации ведомственной программы по созданию в регионах дополнительных мест для детей до 3 лет. Также организация новых ясельных мест в рамках нацпроектов «Образование и демография». По словам Татьяны Голиковой, несмотря на то, что программы реализуются только с этого года, уже видны позитивные изменения ситуации благодаря активной работе регионов.